Так, дорогие друзья, приехали мы уже с города. Вот привезли раз пакет, два пакет, три пакет, четыре пакет. Первое, что покажу, чтобы Марине отдать, вот это вот ее, наверное, раскраска. Вот такая вот мега раскраска большая. Что она стоила? 86 рублей. Забирай, Марина. Дальше. Маша, помогайте, я не смогу. Вот это вот, подожди. Это обувь я брала Ваня. Я выбирала Ваня там среди двух, желтый и красный. Желтый немного поменьше и поуже. Поэтому выбрали вот такие вот. Стоимость я постараюсь написать сверху вам. Когда буду монтировать, постараюсь написать стоимость, почем они были. Но они 1000 с лишним были вот у Ваньки ботинки. Короче говоря, вот такие вот Ванины ботиночки. Васечку также мы купили. Видите, у нас такая Васечка есть. Ай, кусачка. Дальше. А, да, это Мариночкины. Подожди, Маш, не шурши. Марине тоже приходили две голубые. И вот эти вот мы выбрали вот такие вот. Они были лучшие, а голубые ей тяжело было одевать. Тоже стоимость напишу сверху. Они, кстати, все зимние. Вот что у Вани, видите, внутри мех. Что у Марины, они тоже на меху. Дальше. Это сапоги мы взяли Оксане. Сразу покажу внутри. Они тоже идут с мехом. Вот такие вот Оксана выбрала. Мы там ей приходили две пары сапог и одни ботинки. Ботинки, к сожалению, узкие оказались. Сапоги ей хорошо. Вот такие вот в целом, пока мы взяли сапоги, выбрали ей. Тоже стоимость напишу сверху. Дальше. Это детские колготочки. Колготки попозже я открою. Тут с котенком, короче говоря, колготочки. И вот такие вот капронки тоже. 40 ден на 124, 128, 134. Надеюсь, на Оксану как бы взять. Дальше. Маша, подожди, я вывалю вот так. Дальше. Вот это вот у нас... Кто просил? Я. Маша, да. Это рюкзак для обуви сменной. И также к нему идет еще пенал. Вот такой вот с кошечками. Ну, по качеству мне понравилось. Как бы плотный, хороший, надеюсь, подойдет. Дальше, Машенька, вот один комплект вот такой вот открой. А второй мы открывать не будем, потому что это два одинаковых. Тут футболка идет. Шортики идут. И носочки. Один на ростовку я брала 140, а этот 134. Поэтому вот такие заделываю в пакетик. Вот такие вот два комплекта. Дальше. Ну, мы вам показывали, Ваня себе выбрал вот такую вот машинку. Что-то я не помню, около 400 рублей она стоила. Дальше. Это лол, который Оксане попался, и уже собрали они его. Ну, доставайте, доставайте. Это не надо. Сейчас достанем дальше. Давай, рви пакетик. Так, заходили мы с Оксаной брать дневник. Вот такой вот выбрали. Дневники уже все, представляете, все дневники уже разобрали. Поэтому взяли такой. Дальше. Василис. Сейчас, подождите, все поубираю и дальше буду показывать. Так, дальше. Мы Оксане искали... Так, это... Да, давайте вот это покажу, уберу. Это я Ване взяла одни штаны. 200 с чем-то рублей, около 300 рублей. Но вот в целом вот такие вот штанишки. Дальше Оксане мы нашли вот такие вот брюки. С таким ремешком. И снизу вот такие понравились по качеству. Стоили 749 рублей. Дальше Оксане мы взяли туфли. Несколько мерили. Оксана еще и такие мне не нравятся, такие не нравятся. В оконцовке вот такие вот взяли. А что они стоили? Ну, что-то около 1000, ребята, не стоили. Тут нигде не написано. Дальше. Ване трусики, да, две пары взяли. Это у нас чулки для Светы. Не чулки, а гольфы как бы длинные, выше колена. Сейчас мода такие носить. Там еще черные должны быть. Дальше. Оксане на физкультуру. Оксана выбрала себе почему-то вот такие. Я ей показывала более дорогие, которые получше. Вот эти 449. Но Оксана выбрала такие. Не знаю почему. Блузка. Вот такая вот. С котятками. Ей очень понравилось. Поэтому вот такая вот блузочка. Что у нас стоимость? 599. Дальше. Ремень. Коричневый. А потому что вот здесь вот видишь, какой ремень плохой.
мы его можем поменять или какой-то на всякий случай. 149 рублей ремень. Дальше вот гольфик, который я говорила о свете. Одни светлые взяла, другие темные. Видите, вот такие вот обычные гольфики, которые выше колена одеваются. Это нет. Дальше, что мы заказывали? Имбирь у нас закончился. Мы заказали имбирь, ура! Дальше и... Сейчас достанет. Машенька, помните, я заказывала салфетки? Открой, пожалуйста. А, тут еще бантики должны быть. Вот такие вот бантики я не заказала. Подожди. Вот такие вот бантики. Тут тоже два бантика. Вот такие вот два бантика. И салфетки. Помните, которые в тот раз... О, в этот раз уже другие пришли. В упаковках. Ну-ка, доставай сюда. Ну да, вот одна упаковка такая. И вот такие вот салфетки. Тут должно быть их 42 штуки, по-моему. Да, 42. Две упаковочки. Вот, получается. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42. Все, все правильно. Все 42. Вот такие вот в целом у нас покупки. Обувь. Это самая главная покупка. Да, это самая главная покупка. Она любит коробки. Вась, коробка свободна. Залази, коробочная ты душа. Чудо, а не кошка. Все? Нету Васи? Спряталась Вася? Кися! Вась, тебе там... А, на себе там и игрушку сразу нашла. Видите, какой чудо. В целом, вот такая вот обувь. Напишите, какая вам обувь понравилась больше. Ну вот, я, конечно, думала, Оксана другие выберет. Но Оксана эти выбрала. Ну ладно. И ботинки вот Ванины и Маринины. В целом, сейчас у меня задача купить на зиму ботинки. Это Кате, Маше, Свете и Егору. А, да, сегодня, кстати, приходили на меня туфли и джеггинсы. Джеггинсы узкие, я даже их мерить не стала, они сразу видно, что маленькие. А туфли, они мне маленькие тоже, к сожалению. Ну, в целом, вот такие вот, ребят, покупки. Если вам понравилось, ставьте лайки. А вот это самая главная покупка. Да, Василис? Кс-кс-кс-кс-кс. Дурочка. Бумагу-то зачем жрешь? Ой, ты чудо луковое. Вот такая вот у нас покупка. Самая-самая главная. Ну, мы довольны. А вы пишите комментарии. Ждем от вас. Так, сходила я в магазин. Первое, что я покажу, купила я минтай. Но не это. Тут вон целый пакет. Взяла минтая. Хочу сегодня разделать, и завтра пожарить. Сегодня буду фарш готовить, а завтра это. Дальше, что потом взяла? Сушки вот такие вот маленькие, сухари киевские с изюмом упаковочку взяла. И вот таких вот еще на развес взяла немножко. Дальше морковки корейской немножко взяла. Рыбку соленую две штучки. Сразу говорю, я не беременна, чтобы не писали чушь всякую. Потом деткам взяла виноградику и две пачки макарон. А, там еще апельсины. Две разных пачки макарон взяла, что дома были. И три апельсинчика. Вот такие вот в целом у меня все покупки. Дорогие друзья, решила на ужин сделать что-то наподобие тефтелей с кабачком. У меня кабачков много, мне надо куда-то их девать. Поэтому буду натирать на терке и с фаршем рис туда добавлю, что-то наподобие тефтелей таких сделаю сейчас. Посмотрим, что получится. Иди, мама. Да, сыночку? Ну, иди, сына, играй. Ваня уже померил свои ботинки дома. Ну, хотя в магазине они тоже мерили, но он уже дома в них походил, сказал хорошие. Да, Ваня? Мама. Так что будем сейчас готовить. Мама. Да. Ну. Все, почистила кабачок. Сейчас его натру на крупной терке и будем дальше готовить тефтели. Если интересно, рецепт постараюсь заснять.
Все, ребят, натерла кабачки. Вот у меня получилось. Тут у меня стоит запаренный рис. Достала фарш, у меня размораживается. И сейчас будем делать такие тефтели импровизированные с кабачком и с фаршем и с рисом.